І продовжуємо далі. Пізнавальний, зелений, культурний, діловий. Таким може бути туризм у наші дні. Ще більш розширити розуміння поїздок за кордон може наш гість Олександр Сквірський, лікар, кандидат медичних наук, виконавчий директор компанії Global Medical. Про медичний туризм, відповідно, сьогодні від нього і дізнаємося. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, коли ж ми заговорили, медицинський туризм, поняття достатньо не распространенные еще для Украины, насколько я понимаю. Давайте будем говорить, что это такое, нашим зрителям объяснять. Медицинский туризм достаточно распространен в мире. Как по определению, медицинский туризм – это процесс получения медицинских услуг пациентам за пределами страны проживания. Также тут возможно совмещение зарубежного отдыха вместе с получением высококачественных медицинских услуг. Как правило, жители Соединенных Штатов, Великобритании и Канады очень активно этим пользуются, поскольку американцы ищут более дешевые медицинские услуги, так как все мы знаем, в Америке они чрезвычайно дорогие. В Канаде и Великобритании ситуация немножко другая. Как правило, там пациенты едут, поскольку не могут дождаться своей очереди на операции или обследование. Иногда лист ожидания может доходить до 2 лет на плановое оперативное вмешательство. В Украине также чаще всего начинают этим пользоваться люди, однако тут ситуация немножко другая. Как правило, люди прибегают к нашим услугам или к услугам других компаний, когда они не могут получить медицинскую помощь в Украине. Или когда для них это единственный шанс лечения за рубежом. То есть мы можем сделать вывод, что далеко не все виды медицинской помощи наши жители получают, не всем это доступно, и тут появляетесь вы. А вы, собственно говоря, что делаете? Ну, почему мы? Я думаю, все услуги медицинские доступны у нас в Украине, и как в единственной стране они бесплатны. Однако, что касается высокотехнологичных методов лечения, в частности, к примеру, там кибернож, гамма-нож, радиолечение, в Украине на данный момент это недоступно. Высокоточные, к примеру, таргетная терапия, химиотерапия. Для этого требуются технологические условия, которых в Украине не имеются. В таком случае люди обращаются к нам. Кроме вот тех стран, которые вы назвали, куда сегодня возможно ехать для лечения, ну вот особых таких тяжелых случаев? Ну, я так понимаю, что не только лечение, да, и, наверное, это и профилактика, и там оздоровление, да, все возможно. Существует несколько направлений. Люди обращаются как за лечением, так и за профилактикой. Сейчас начинается туристический сезон, люди будут ехать на отдых. И есть у многих наших партнеров в клинике, в курортных городах. Человек может приехать и во время туристического препровождения времени пройти или профилактический осмотр, или может какие-то небольшие операции, или получить мнение доктора. Также очень популярна сейчас пластическая хирургия. В частности, во многих центрах, которые расположены в туристических, можно сейчас пройти пластические лечения и операции даже дешевле, чем в Украине. К примеру, уезжает человек на отдых, а возвращается оттуда уже гораздо помолодевшим. Красивый молодой. Более красивым. И при этом же никто не знает, где и как, это все абсолютно конфиденциально. А, то есть тут еще вопрос тайны есть, да? Конфиденциально, такой, вот мы врачебную тайну, да, сохраняем полностью. А ваша компания занимается организацией, да, я так понимаю, вот подобного вида туризма? Наша компания занимается полным спектром, так сказать, комплексом услуг. В первую очередь пациент обращается к нам со своими жалобами, диагнозом. Здесь мы уже его рассматриваем как врачи. В нашей компании работают квалифицированные врачи. Мы составляем заявку, отправляем на клиники партнеры. Получаем ответ, предлагаем пациенту несколько вариантов лечения в разных клиниках, в разных странах. Также здесь различные финансовые подоплеки, разные цены. И пациент уже может сам выбрать, какой ему вид предложенного лечения, в какой стране, по какой цене он себе выбирает. Когда он соглашается с этим, тут уже вступают в работу менеджеры наши. Они организовывают пошагово полный процесс его пребывания, начиная от авиаперелета, заканчивая встречей в городе, организацией всех визитов, то есть полностью весь комплекс.
И после возвращения также пациент поддерживает с нами связь. Еще немаловажно, что во время пребывания в стране также он поддерживает связь с нашими операторами и может по любому вопросу, который у него возникает, сразу связываться, и мы стараемся эти вопросы оперативно решать. Ну, я так понимаю, что вы вот так называемые посредники, да, между клиникой и пациентом из Украины. Зарубежная клиника, возможно, и какой-то украинской или украинской нет. Зарубежная, да? С украинскими компаниями мы не работаем. Угу. Относительно посредников, мы являемся официальными представителями ряда зарубежных клиник в Украине. Поэтому наши услуги для пациентов, которые к нам обращаются, абсолютно бесплатны. Угу. И обращение к нам, получение от нас определенного врачебного мнения разных специалистов, его ни к чему не обязывает. Если его не устроят предложенные варианты лечения или цена, после этого пациент может не поддерживать с нами никаких отношений. Угу. То есть вам ничего за это платить не нужно, да, как вот сейчас существует в любом практически направлении, в любом виде, угу, да, фирмы-посредники. Вы нет. Поскольку только контакт с клиникой. Контакт, да, с клиникой. Оплата всех услуг осуществляется непосредственно в клинику. И нам пациент, да, действительно, угу, ничего не платит. Ну, а тогда вот объясните, могут ли люди это делать самостоятельно? Да, сейчас большое количество всего представлено в интернете, да, все эти клиники серьезные, естественно, они имеют сайты, угу, связь с ними можно держать и по телефону. То есть может ли вот житель Украины делать это самостоятельно и нужно ли это? Ну, самостоятельно человек может делать все, что угодно. При незначительном опыте он может обратиться. К примеру, как вариант, если бы я сам это делал, опросить всех родственников, знакомых на предмет того, есть ли какой-нибудь опыт у них лечения. Если такой опыт есть, тогда там. Но здесь такой, так сказать, подводный камень, что вы узнаете опыт одного человека. У нас, как правило, это мы уже пролечили около 1000 человек, понимаете? И у нас уже есть опыт 1000 человек, можем так говорить. Второй вариант, если у знакомых нет информации, искать в интернете. Действительно, у всех есть клиник свои сайты, можно на них отправить запрос. Ну, тут следующая проблема. Много аферистов и мошенников делают сайты-двойники. После этого, и когда пациент к ним обращается, поддерживают с ним полностью, так сказать, контакт. Для выезда, к примеру, в Германию или Израиль необходимо размещение депозита на счетах клиники. И они такой депозит от этого клиента, пациента получают и после этого благополучно пропадают. Это один вариант. Вторая проблема, даже если вы, так сказать, попадете на сайт клиники, дозвонитесь им, там у многих телефоны, они перезванивают. Вот, к примеру, наших партнеров, они получают в день несколько сотен обращений, запросов. И ясно, что в первую очередь они могут реагировать только на те, которые из известных источников. На обычный запрос, как правило, ответ будет следующим. Переводите депозит, вас вылечим, приезжайте, на месте разберемся. Мы, когда пишем запрос, мы всегда добиваемся, чтобы это был развернутый ответ. Какое лечение, по какой стоимости, каким специалистам, в какие сроки. Наше преимущество. И насколько там гарантировано потом обслуживание, да, постоперационное или, возможно, там какая-то реабилитация, да? Если требуется реабилитация, да, она тоже организуется. Послеоперационно пациенты потом могут выезжать для, угу, дальнейшем, да, для обследования, для повторных. Угу. А вот вы сказали, что медицина у нас бесплатная, не будем сейчас это обсуждать. Ну, давайте возьмем то направление, которое там однозначно платное, да, например, пластическая хирургия. Mm. Сопоставимо ли это с ценами, которые существуют в Украине? Я имею в виду зарубежные цены и вот цены в Украине. Насколько это сопоставимо? По некоторым клиникам это может быть гораздо дороже, чем в Украине. А по ряду клиник, в частности, в Таиланде, если брать, в Паттайе, в Бангкоке, то цена будет в несколько раз ниже, чем в Украине. То есть такие люди, которые едут делать пластику в Таиланд, да? Учитывая то, что, так сказать, Таиланд широко разрекламирован своими операциями на трансвеститах. И, как правило, все говорят, если они могут сделать из женщины мужчины или наоборот, то из меня, как правило, точно что-то сделать. Причем, что цены, ну, абсолютно приемлемые. Я когда своим родственникам, к примеру, их огласил, некоторые выразили желание поехать что-то сделать. Да. И это действительно вот в Украине может стоить дороже, да?
Ну, это действительно стоит дороже, жаль, в Украине. Очень жаль. Или в России, так точно. О каких видах заболеваний еще мы можем говорить, кроме тех, которые вы перечислили? Вот что, ну, наверное, это тяжелое, да, заболевание. Что вы, за что вы беретесь? Вот, что вы можете гарантировать пациентам? Если это крайне тяжелый пациент, нуждающийся в немедленных реанимационных мероприятиях, которым помощь здесь не может оказана, возможны услуги санитарной авиации. Конечно, да, они очень дорогие, но они возможны. И буквально через несколько часов в аэропорту Днепропетровска будет стоять санитарный самолет. Пациента заберут, и там вертолетом его доставят. То есть у нас был случай, буквально за 4 часа из Днепропетровска пациентка была уже в клинике. Если пациент транспортабельный, если он может сам передвигаться, то благодаря авиационному сообщению из Днепропетровска можно улететь практически во все страны, в которых мы предлагаем вариант лечения. Через несколько часов человек уже может оказаться на консультации у ведущих профессоров. Благодаря тому, что организован полностью процесс встречи, он, как правило, не ждет. Возможны варианты, там, 20-30 минут, но обычно стыкуется так ко времени абсолютно точно. В принципе, возможно лечение по любой патологии, на которую пациент выразил желание. Угу. Как правило, конечно, к нам обращаются люди, которым в Украине помочь не могут. Это, как правило, тяжелые пациенты. После формирования запроса и отправки его в клинике, за некоторые случаи действительно не берутся. Если пациент тяжелый, то есть это, так сказать, не чудеса, мы не обещаем полностью 100% выздоровления от всего. Если случай действительно не курабельный, так сказать, за это браться не будут. Итак, давайте с вами резюмируем, что нужно вот человеку, который, возможно, сейчас нас слушает и имеет такое желание, необходимость и возможность, да, начать лечение или оздоровление за рубежом. Что нужно сделать? Для этого, если он хочет воспользоваться нашими услугами, он должен обратиться по нашим телефонам или через наш веб-сайт, обратиться к нашим операторам, и дальше они полностью ему все расскажут. Если у него есть какие-то медицинские анализы, сделанные здесь, он нам их отправляет, данные МРТ, КТ, тоже загружаются на сервер, потом мы все эти документы переводим, отправляем и получаем ответ. Насколько по нашим анализам и по нашим там диагностическим документам можно сделать вывод о диагнозе там зарубежным специалистам? Как правило, конечно, большинство приходится переделать, но в частности, к примеру, рентгеновские снимки, МРТ, КТ достаточно приемлемы, если сделаны на нормальном оборудовании. У нас есть несколько МРТ в городе достаточно качественных, которые рассматриваются специалистами. Угу. Да. Данные анализа крови, там, мочи тоже принимаются. Поэтому, в принципе, наши анализы подходят. Иногда есть случаи, если пациенту надо там в каких-то вопросах сэкономить, он хочет, у него нет анализов, мы ему рекомендуем сделать их здесь определенные. Mm-hmm. Тогда он сильно там сэкономит, потому что обследование... Тогда он приезжает туда и уже ничего не сдает. Если у него есть достаточно, врачам достаточно, не сдает. Mm-hmm. А что касается потом обслуживания тоже, насколько это происходит вот дистанционно, или это происходит обязательно там, на месте, да, должно быть обслуживание постоперационное, например? Постоперационное, как правило, я когда начал работать, с этим столкнулся. В стационаре просто так никто никого не держит. Как у нас в медицине, да, после поступления пациент должен лежать 2 недели до момента снятия швов. Такого за границей нет, потому что койка действительно стоит очень дорого, и она им нужна в работе. Клиники располагают одноместными палатами, поэтому оборот койки должен очень большой быть. Пациент приезжает, и когда ему надо пребывание в стационаре, он находится. После этого его отправляют в отель. Угу. И из отеля он может его забирать, специальная служба есть, ввозит, если он в состоянии. То есть на контакте его там вот держат, да? Когда уже не требуется непосредственная помощь в клинике, отправляют домой, если через 2-3 месяца надо вернуться, возвращается. Угу. Но лишний раз в клинике никто не держит. Это мне интересно. Можно говорить о том, кто сегодня самый передовой в мире? Какая страна, да, вот в области медицины, куда нужно ехать, скажем так? Понимаете, да, часто эти вопросы задают, звонят, говорят, мне нужно попасть там, к лучшему онкологу, к лучшему в мире. Понимаете, соревнования среди врачей никто не проводил. Если бы оно было, я бы сказал, там, это чемпион мира, поэтому это чемпион мира. Такого нет. Мы есть... признанные как бы специалисты внутри стран.
Есть список стран, которые оказывают достаточно качественную помощь. Есть международная сертификация больниц GSI, которая, если клиника имеет эту сертификацию, это американский центр сертифицирования, значит, она соответствует передовым медицинским стандартам. Это мы можем гарантировать. Можем внутри страны, например, там, лучший специалист Германии, у них ведется, кстати, такая статистика, единственная страна, есть несколько журналов, и они ведут рейтинги по некоторым специальностям и лучшие клиники. В других странах, к сожалению, такая статистика не ведется, но мы можем гарантировать, что это будет лучший специалист в этой клинике. И мы сотрудничаем, как правило, только с ведущими клиниками. Все понятно, вы знаете все. Ваш телефон в редакции у нас есть. Спасибо вам за детальное такое объяснение. Теперь мы тоже знаем, что такое медицинский туризм. Я думаю, что будем выяснять у вас подробности и дальше. Спасибо. Про медичний туризм говорили сьогодні. Це досить нове явище для України. Розкрити його сенс нам допоміг Олександр Сквірський, лікар, кандидат медичних наук, виконавчий директор компанії Global Medical. За це йому дякую і повертаюся до випуску.